Ну вот. Сегодня у нас планы другие, хоть и волчий след вот идет. Но сегодня нам не до волка. Тут и заячий след есть. Вот он. Плохо наотпечатан. Сегодня мы кормим фазанов. Птичкам надо помочь. Что ж они бедные. Кушать-то хочется. Вон наши едут. У нас трактор такой вот. Шуруем кормить зайца. Везут он два мешка зерна. Ведро уже высыпали, правда, в начале. А это вот везут зерно еще. Серега с Вазгеном. Кстати, тоже снимает видео для Ютуба. О! Пошел, пошел! В общем, так вот, зерничком тут сейчас подкормим. Пшеничка, кукурузка, семечка. Ячмень, все вкучено. Тормози, наверное. Вот. Пусть кушает. Так что всем пока-пока. До новых встреч. Наш охотовед, ну не охотовед, как правильно, егерь сидорянский тоже неплохо. Но он не один, есть еще хлопцы. Ну, меня не надо показывать, у меня морда большая, не помещается в камеру. А приехали мы на вот таком вот монстре. 4 на 4, вот еще у нас два мешка зерна, это мы сейчас рассыпем. Да, все показываем. Да. Вот, пробирается туда. Идем, смотрим места, где больше следов. Фазаних, там и подлаживаем. Вон они опытные следопыты. Впереди. Снега, правда, много. И следов много. И куница есть. Зайчики прыгали уже. Вот, а вот этот вот трактор пробирается туда, где волки срать боятся. А волки, блядь, прошу прощения, не боятся. Вот он, свежий следочек волчий. Задолбал, вот он отсюда каждый день приходит к дому огород. Выглядываем, выглядываем, но никак не поймаем. Надо бы собраться, вот, и изловить этого зверя. Не надо этого говорить. Ну все, собираться не будем, все, не будем собираться рогатками. Не поймал. Да брось, не нужно.